А в этом топовом ролике сегодня школьник выбирает вот этих ребят. Спасибо за лайк, пиши комментарий и попадай уже в следующий ролик. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами Костя Диман, также Юрка, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а рубрика это битва воришек. Здоровья, ребят. Сегодня, ребята, мы попытаемся найти крутые автомобили у мажоров, ну и, конечно же, их угнать. У нас сегодня на все про все будет всего лишь 5 минут, поэтому, ребята, обязательно поддерживайте нас в комментариях, а также ставьте лайки. Давайте наберем 3000 на этом ролике, и я выпущу подобную серию вновь. А для начала нам нужно выбрать байки. Здесь, как ты видишь, 10 байков, поэтому тебе первому выбираем. Серия, назови число от 1 до 10. Это 7. У тебя 7-й байк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, такое. Обычно акума получается. Ну, такое действительно. А, это батя, получается. Батя. Поймаю, ну ничего страшного. Окей, выбираем теперь мне. И Сирен за число от 1 до 9. Ответ 9. О, у меня как раз таки акума. И, собственно говоря, такое, ребята, это. Сейчас будет у нас борьба акума против бати. Ну, для начала нужно приготовить байки, ну, а затем начать. Итак, ребята, мы все заготовили на все про все. 5 минут получается. 8 автомобилей, как обычно, надо угнать. А 8 минут? Ну, можно 8. Можно 8, я сразу первый дом смотрю. Тут есть что-то, тут пока ничего нет. В принципе, офигенно, кстати говоря. Я нашел первую тачку. Это Devil, братан. Это Devil 16, который, да, давненько я его вообще не видел. На самом-то деле. И, в принципе... А, у тебя ГЛС. Понимаю. Ну, конечно, мой стоит лямчик, у тебя где-то 200. Понимаю. Ну, а мы продолжаем, ребята. На все про все. Надо, в общем-то, быстро работать. Времени не так много. А давайте сюда зайдем, пожалуй. Тут еще что-то есть. О, есть! Нифига! Себе! Я нашел, короче, Бугатти. Вопрос. Ну, заведенная. Где хозяин? Хозяина нету, пока нету. Короче, тянем просто. Тянем хабар к себе в хабар. Нету никого, не пугай меня так. Блин, я еще и в сосну из-за тебя врезался, проверяя. Ладно, короче, ребята, окей. Вторая тачка есть. У тебя Lamborghini. Нормально, кстати говоря. Ну, тоже да, неплохо. Так ты машинку-то угнал. Неплохая. Так, я сразу вот сюда заеду. Почему бы нет? Сразу все дома просто чистим. Ты трубачи? Как давно я не видел карт. Ой. Да, ну баги, которые, понял? Очень быстрый читерский баги. А он угнал сегодня, ребята. Отлично, сегодня какая-то у нас офигительная серия, потому что такие тачки давненько мне не встречались. Ну, меня, кстати, интересно так вот их угонять. Ответ карту. Так, мы тут были, получается, так, мы... где мы не были? Вот тут мы не были. Давайте вот сюда заедем. А вот сюда заедем, тут есть что-то? Да, вижу что-то зеленое. Вижу что-то... Да, здравствуйте, я из компании клининговой по восстановлению автомобилей. Ага, да, до свидания. Так, заберем тачку. Так, там есть что-то, кстати говоря? Да! Понял. Сейчас мы вернемся еще сюда. Короче, братан, я нашел жирненький так-то райончик, точнее домик, точнее мажоров, точнее женщину, которая угнала тачку. Это не может не радовать. А, ты угнал драгнову еще и чит гелик. Понимаю, да, ну ничего страшного. Я думаю, что сейчас мы это добьем тебя, когда ты увидишь ту тачку, которую я заметил и хочу забрать. Ну, надеюсь, это она. Возле отеля. Ну ладно. Кайфушки ловлю. Так, кайфули. И с нами красотули. Годдарки угоняем и радуемся мы. Ха-ха. Братан, да, это та тачка. Да. BMW, блин. Ну, BMW i8. Годдарки. В простонародье все уже привыкли к этому подарку. Ладно. Аккуратно. Ты сбил, чуть не бывает, раз, два, три, четыре, пять. Бабки, бабульки. Но ничего страшного, потому что не взорвал же. А так и рассчитывал. Так и думал. Так, вот этот дом мы не проверяли, этот дом не проверяли. Слушай, у меня две реактивных тачки подряд, понял? Пысь. Короче, я сейчас знаю... Да пофигу на твои реактивные тачки. Братан. Ты что там делаешь? Я угнал первую тачку. Да, я просто охренел от того, что я сейчас увидел. А первая тачка, это Кёнигсек. А вторая тачка, братан, тебе никогда в жизни не снилось, потому что я угнал. Точнее, сейчас угоню самую крутую тачку в мире. Вот, но я угоню ее потом. Я, пожалуй, угоню ее потом, потому что я потом тебя еще попробую нафуфляндить. Так, тут нет ничего. Вот тут есть что-то. Нафуфляндить меня решил.
Короче, делим куш 90 на 10, 90 мне. Ага. А по губе не хочешь? Губа закаточную машинку тебе привезу. Ладно, не переживай. Компания, наверное. Ну, у меня много машин заднеприводных здесь. Какая разница-то? Главное, что не я такой. А все остальное не важно. Все остальное не важно. Так, подожди, где мы видели эту машину? Так, тут. Так, еще знаешь что? Я знаю, где забрать восьмую тачку, но я хочу кое-что проверить. Хочу кое-что проверить и... Чё ты угнал? Я правительственный майкбах угнал. Если нас серьезно? Поймают, то мы зазвеним с тобой далеко, и твои... Президентский который? Ты больной? Ты больной? Ты понимаешь, что у них там всякие чипы стоят, которые палят все это добро? Поэтому я тоже в угодарки уезжаю. В угодарки поставил, понял? Так, тихо. Ладно, короче, забираю я ту тачку, которую я видел изначально, в принципе, это, братан, Терминатор. Терминатор! Да. Это же Мидл Монтави, по сути. Оно ничего не стоит. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда! Отошел! Сейчас мы ответим за твое ведро с болтами. Вот так вот тебя сбили просто! Да, красиво. Ну что ж, друзья, вот такие вот тачки мы угнали. Время, в принципе, прошло. Сейчас нужно быстренько валить, пока нас не запалили копы. А вы напишите в комментариях, кто же угнал тачки дороже. В принципе, у меня есть Бугатти, дорогая, у тебя тоже Бугатти есть, кстати говоря. Да, есть такое дело. Но в любом случае, я даже не знаю, сколько стоит Терминатор. Пишите в комментариях, и мы поймем, кто же зарабатывает балл за стоимость, а мы отправляемся на наше первое испытание. Давай, погнали. Итак, народ, наше первое испытание — спринт-гоночка. Здесь баги и драк, но мы посмотрим, кто будет быстрее. 1, 2, 3, погнали. Так. Короче, плюс-минус они одинаковые. Два автомобиля, но мой лучше вроде как. Аккуратно, ну, окопы, это прям проблема. На регерах и так далее, поэтому... Охрененно. Я впендюрился. Ну ладно. А да, я познакомиться решил, почему нет, как говорится, лишние знакомства не помешают. Для тебе дальнейшего... Да, за решеткой. Для дальнейшей работы, да, чтобы меня отмазывали, а тебя, как обычно, сажали. Так, ладно, поехали сюда, да, перестань. Прям... Да ты достал, виляет, меня... ну я не знаю, ты у меня есть как сумасшедший, влево-право, просто, понял, как табуретка. Это моя тактишн. Чтобы ты меня не обгонял. Да ты заебомбал уже. Не, ну, на самом деле это моя тактичка. Я тебе сейчас пропердулю. Ой. Да, почти тебя сам срезал. Вот так бы сразу. Почти так, тебя поехали. Срезал, ладно. А то я даже не собрался ехать, брат. Так, нормально. Брат за брата, это за основу взято. Ну да. Почти в тебя кинул я полицейскую тачку. Я тебя пропендюрил. А сам вес уврелся. Паны мою, обидно. Ой, хорошо ты минусанулся. Ой, хорошо ты минусанулся. Так... А ты чё, я на колеса еще встал. Ты пиндурился и что, через F2 встал, что ли? Или что, я понимаю? Нет, я не вставал через F2, но я и не пиндурился. Ну, значит, там ты видел, возможно, пинга. Минус. Кто-то из нас будет сейчас. А кто-то плюс. Ой, хорошо! Да, хорошо работает! Да, ты мне еще и придал буста, и по инерции скоростью передал. По физическим законам. Ну, старай ты Дракнова. Дракнова хуже карта в том плане, что карт не коцается, а Дракнова превращается просто в консервную банку. А, карт коцается, ты не представляешь как. И она не рулит, нихера вообще. Давай. Да ё-ма! Конкретно врелся и минусанулся. Ладно, а пока не, ну есть всё, еще, в принципе, шансы. Минус развал, то что. А, да, серьезно? Из-за тебя. Отлично! А что я сделаю? Ну это же спринт такой, с копами как бы. Я же ничего, ну не крутил, не под. Хуже тебе не делал. Ну да. Потихоньку. Прям такая. Консервная банка. Помаленьку. Ладно, короче, ребята, да, тут я думаю, уже ничего не изменится, это мой балл, мы его отработали, заработали, в общем-то, 1-0, а мы отправляемся тогда на наше следующее испытание. Итак, ребята, наше следующее второе испытание — это прыжок веры. Здесь BMW M8, реактивная машинка против кобры. Ну, попробуем давай. На кого, как говорится, яйца звонче. Сейчас мы это и узнаем. Полетели, юху! Нет! Я понял. Меня все, ветряк остановил. Да, и при этом я уже прожал ускоряшку. Неплохо приземлился, но самое интересное, что кобра, она едет. Это-то и проблема. Если бы ты, конечно, врезался в ветряки, это было бы намного лучше. Так, ладно, поехали второй раунд. Я не думаю, что было бы лучше.
для меня. Да, ты врялся. Ой, хорошо. А, я тоже. А, но ну ты назад то, вообще отлетел. Кобра да. Не тормози. Да. Отлично. 1-1 по баллам и последний, собственно говоря, раунд. Поехали. Давай. Пробуем. Главное, пробуем. Что-то такие пробуем. Да. Так, ну я и ускоряшку пока не прожал, конечно, но... Я хорошо пролетел. И поехал. О, а ты еще развернутый не в ту сторону. Но я не доеду, наверное. Пробую. Да, попробую. Просто. Никаких вариантов. Я ай! Просто прожал ускоряшку. Я не ту кнопку нажал. Я ты был где? Где-то вот здесь. Даже, ну, вот тут где-то я был. Вот туда. Слышь? Не факт. Ну, короче, давай ничья. Окей, ничья, давай. Ничья. Давай. Мы попробуем заново. Блин, ну мог выиграть, я случайно не на ту кнопку нажал. Хотел тебя в тачку сесть, а в итоге просто телепортнулся с тачкой вместе. А, понимаю. Обидно. Да ветряки вы, блядь, в жопу достали уже! Ну вот это уже по чесноку, как говорится. Ну, я не, на этот раз я уже не выйду, мне еще... Пошел узнавать, вообще-то, аэропорт, понимаю. Ну я не доеду, да, я не доеду. Да, отлично, ребята. Ну что же, мой второй раунд. Бешено едет, смотри. Точнее, мой второй балл. Да я не спорю. Просто, опять же, если бы не ветряки, то ты бы выиграл, а так, в общем-то, из-за ветряков я затащил. Ну, окей. А мы переходим тогда на третье наше испытание. А следующее испытание — это драг-рейсинг. Здесь Кёнигсек против Бугатти. Давай попробуем. 1, 2, 3, погнали! А, по скорости, конечно, ты, точнее, по ускорению лучше. А что по максималочке вопрос? Максималка у Бугатта тоже есть. Давай, ну не догоню уже. Не догоню, хотя при этом я 340 еду. Не, 370, братан. 370 еду. 380, да, просто как бы я бы догнал, если была бы прямая подлиннее. Обидно, ну ладно. Быстрее, да. 2-1. А, мы отправляемся, ребят, на четвертое наше испытание. Итак, ребята, следующее наше испытание — это дерби до двух побед. Решили мы сделать Майбах бессмертным для того, чтобы он попадал, собственно, с Терминатором. Посмотрим, что из этого получится. Погнали. Давай. Ну, в общем-то, как мы видели на перетягивании канатов, ничто не способно остановить тебя. И это тому понимаю, просто ноль. А, ну, допустим, ну, а поехали дальше. Робота переталкивает как просто пушинку. Вообще, о чем речь? А если я буду тупо стоять? Ну нет, это единственное, только передняя ось поднимается, но у него... все, то есть, видишь, передняя текстура... Годмод не сработал на Майбахе? Это либо как? Он турбился, либо он через F4 не работает. Но нет, это, он да, работает, он работает по-любому, но просто Терминатор сломал Годмод. Охренеть, это что-то новенькое. Странно, да, это реально, это что-то вообще сверхреальности. Ладно, ребята, мой балл, а мы переходим на пятое наше испытание. Итак, ребята, следующее испытание — смертельные шашки. Ламборгини Авентадор против BMW. i8, 3, 2, 1, поехали! Я заметил, что я забыл костюмчик одеть. Какой костюмчик? А, этого. Злого клоуна. Ни бритого, ни мытого. В школе вонючего. Какого-то бездюхана играю. Ничего. Понимаю. Такое. Слушай, я тебя не догоняю. Вот реально. Ты просто не едешь во всю скорость. Но у меня 310 всего. Куда ты поехал? 400 плюс едет. О! Что? А, ты впереди. Ты у меня, короче, еще право уехал вот на войну. А, ну и при этом ты не остановился и не врезался. Как пассажа уехал, да? Да. Понимаю. При этом ты даже не врезался, как бы, ты просто поехал по дороге, что было максимально странно для меня. А, по дороге прям? Да, ты по дороге прям поехал. Нормально. Пересмотришь потом этот момент. Пишите там кодики, ребятки. Единственное, если только ты упилишься, тогда, может быть, будет шанс. Упилишься? Ну, вот, нет, прям отсол совсем. Аккуратно. Вот тут они появляются. Ёма! А! Ёма! Взорваться будем? В смысле взрываться? Я далеко! Что-то улетел тут.
Это потому что ты меня бахнул сегодня. Я хотел, короче, бочком красиво зайти в поворот, а получилось так, что я что-то улетел куда-то непонятно. У меня, короче, бот появился, я в итоге в бота врезался жопой, меня тоже закрутило вместе, ну, вслед за тобой. А ты в меня врезался, как бы еще и меня закрутил, при этом я вот, ну, у меня так было. Да, так и было у меня. Понимаю. Ну ладно, ряда, в общем-то, балл, окей, так и быть, отдадим Юрке. Все-таки он был ближе сюда, меня выкинуло, а мы отправимся на шестое наше испытание. А следующее испытание, ребята, это прыжок в длину. Бугатти против Гелика. Давай попробуем. 3, 2, 1, погнали. Друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто остался на этом моменте, кто же все-таки будет дальше, Бугатти или же Гелик. Потому что я разогнался 1600. 1900. Самое интересное, да, что ладно? У тебя был летающий лентер, который летает до палета, что ты его не знаешь, ну окей. Точняк же, я что-то вообще о нем позабыл. Он у меня стоит еще там, получается, в углу, я вообще о нем забыл, реально, я его даже не видел. Надо было его брать, а этот чит с горы спустить. Блин, ну ладно, в общем-то. Я сегодня улетел лучше, чем обычно, то есть метров на 300. А я улетел дальше к гречке, кстати говоря, и... А ты где? Гречки, да, а ты, получается, вот здесь. Ну, ты не так сказать, что далеко, но все равно бал твой. Я вот здесь приземлялся, но здесь я кубарем долетал, а так приземлялся. А, понял. Ну ладно, ничего страшного, а мы переходим, ребята, на предпоследнее наше испытание. Итак, ребята, следующее испытание это по стрелушке. Взял я Дэвил и попробую выиграть. Погнали. Задача проста, взорвать оппонента. А ты что взял? А, ты бронированную хрень взял. Тихо, выкинул, вернулся. Все, поехали. Я пока разворачивался, ты меня закидал в задницу. За это я тебя выкидаю. Не было такого. Не было такого, не рассказывай. Давай, 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 давай. О, хорошо, 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 хорошо. Давай, 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 еще. Бум! А, сука! Я посрался от такого. Да, я реально посрался. Я даже не видел их. Я потом... У меня чуть сердце не остановилось от такого прикола. Фу нах. Так нельзя пугать. Так нельзя пугать, реально. Фу нах. Хорош. 130 хп осталось, на самом деле немного ему еще. У меня в глазах аж потемнело, короче. Ладно, ребята, продолжаем. Последнее испытание, погнали туда. Друзья мои, последнее испытание это краш-тест. Скидываем, в общем-то, ту тачку, которая должна была летать. Но что-то пошло не по плану. И она не полетела. Такое бывает, как говорится. Черная молния тоже когда-то не полетела, а потом как полетела. А как ты тут? А на чем ты был? А, тебе реактивная тачка, я понял. Конечно, реактивная тачка тут. Ну ладно, это еще пока ничего не значит, потому как мы-то очень хорошо едем, да, ребят? Ой, хорошо. Нет. Цепляюсь рукой. Я тебя цепанусь. Как будто реально рукой зацепился. Все, поехали, слава богу. Сейчас бы еще развернуться, было бы вообще замечательно. Да, поехал, слава богу. И где ты там остановился, Анук? Да, если честно, думал, ты уже остановился. Я особо и не парился, даже не выруливал. Да? Я выбросил и прыгнул к тебе. Да, я думал, я выиграл уже. Понимаю, но выиграл, походу, я. Потому что я тебя даже не вижу, где ты. Ты дальше или где? Вот он. Ёма. Вот это скорость. Ну, да, я просто ее выбросил. Слушайте, я неплохо повезло так. Да. Да, офигенно вообще. Хорош. Так, потому что не по дороге. Да, тут уже ничего не получится, потому что он тупо сейчас остановится. Не, ну, в принципе, можно тут еще... Ну, не наберет он скорость, к сожалению, лансер. Но все равно неплохо. Да. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Такая серия получилась. Надеюсь, что нам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока, друзья. Пока, ребят.